Здравствуйте. Из соседских наблюдений. Иногда стоит учить людей не только тому, какую нагрузку может выдержать сердце, но и тому, какую нагрузку может выдержать голова. Вот об этом, а также о многом другом в нашей сегодняшней программе проведу я, Евгений Янин, и у нас в гостях региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Семенова, Наталья Анисимова, волонтер ОНФ, и Илья Грохотов, руководитель волонтерского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Новгородские волонтеры, да, насколько я понимаю, уже начали акцию по помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса. Рассказывайте, что это за инициатива и как именно ее реализуют в нашей области. Могу? Да. Могу. В общем, когда стало понятно, что проблема может стать серьезной для многих людей, большие общественные организации, Общероссийский народный фронт, волонтеры-медики и Ассоциация волонтерских центров решили, что нужно в регионах нашей страны подготовить волонтеров, чтобы людям было удобно и комфортно находиться на самоизоляции, чтобы быть в безопасности. И мы в Новгородской области тоже решили, что мы поддержим эту акцию, что мы поможем людям. И как раз здесь с нами сегодня представители и волонтеров-медиков, как вы сказали, и Народного фронта, да, и волонтерского центра. Да, вот волонтеры объединились, да, для решения общей задачи. Да. Это очень большая серьезная акция. Мы прямо сейчас, да, правильно уже помогаем реальным людям по реальному. Ну, действительно важно и серьезно, потому что все-таки это вещь, да, тут, которая касается жизни. Да, волонтер это ответственность ощущают, но вот волонтеры-медики, наверное, они привыкли к такой ответственности, а вот все остальные как? Ну, если говорить про Общероссийский народный фронт, наши волонтеры также привыкли помогать уже гражданам, уже не первый год мы занимаемся. И эта акция одна из тех, которая выросла из продолжения так называемой прямой линии президента, которая проводится каждый год, но, к сожалению, она не так часто в понимании людей проходит. А люди хотели бы иногда о своих болях и проблемах рассказать президенту как можно чаще. И именно в качестве продолжения заработало окно ОНФ «Помощь», есть мобильное приложение ОНФ «Помощь», и теперь есть в мобильном приложении кнопка помощи пожилым гражданам через мобильное приложение, люди могут пожаловаться. Чем именно вы помогаете? Есть, может быть, уже какие-то конкретные примеры, какую помощь вы можете оказать? Основная наша помощь – это, как правило, доставка продуктов, доставка еды, доставка лекарственных препаратов и вынос мусора. То есть мы помогаем людям, которые сами себя изолируют, они не ходят в магазины, соответственно, за них это делает волонтер. Какие-то хозяйственные, да, нужды такие, здесь вот, бытовые. Принципиально важным вопросом для понимания всех людей, которые находятся на самоизоляции, что даже если вы не заразитесь, да, для молодых людей в том числе это важно, вы можете быть переносчиком вируса, но при этом не подозревать об этом. Нужно относиться ко всему очень серьезно. Лучше лишний раз, всем лучше лишний раз посидеть дома. Посидеть дома. Дома много чего нужно поделать. Лучше не ходить в места массового скопления людей, ну, там все. Лучше тем более, когда это так называемая, да, группа риска, люди, да, пожилого, да, возраста. И здесь как раз даже если человек иногда сам в магазин может сходить, пусть лучше он останется дома, и вы ему как раз в этом деле поможете. С необычными просьбами обращаются? Да, 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 с какие, да. Ну, Маша, ты, наверное, я не знаю, есть очень странные просто такие просьбы, которых, наверное, люди не совсем сразу поняли, как это все работает. Да, да, что? Сначала звонили просто, типа, а правда ли вы работаете, правда ли вы поможете? Сначала было уточнение такое там. Стоит ли вам, если что, в случае реальной необходимости звонить? Да, потом люди начали спрашивать, а можно ли нам определенные вещи, которые как бы мы не можем, да, там, например, волонтеру нельзя звонить на горячую линию, говорить, можно нам алкоголь? Там, типа, вот, но это важно, Важно, да, конечно, у нас были такие примеры. Что для многих людей, да, может быть, это тоже какая-то вот скучно проводить выходные, необходимость, каникулярные дни. Откуда вы получаете информацию о таких людях? Люди сами звонят, может быть, соседи рассказывают о них. Есть телефон единой горячей линии, она работает по всей стране. Оттуда в колл-центре обрабатывают заявку, она спускается к нам на регион, в штаб, в ОНФ, и уже волонтеры штаба, обрабатывая заявку, связываются с заявителем и потом в дальнейшем связываются с волонтером выездной группы, то есть непосредственно тем волонтером, который уже будет доставлять продукты там и лекарства.
Обратная ситуация возможна, когда, например, какие-то социальные службы, или просто мы уже примерно представляем, да, кто в каком возрасте, где у нас живет, когда какие-то службы, структуры вы сами находите, да, пожилых людей, знаете, что они уже в возрасте, они, может быть, вам не звонили, там, в силу стеснительности, да, ведь часто пожилые люди иногда думают, ну что я буду напрягать, я там вот... Да, бабушка, какая-то сама схожу, там дойду. Вы, может быть, как-то к ним обращаетесь? В идеале, конечно, чтобы. Мы когда узнаем о таких ситуациях, да, это правда есть. Там звонят родственники, говорят, да, что нужно делать, да. Чтобы все было отработано четко и в срок, мы просили бы всех все-таки работать через единую горячую линию, потому что эта система, она в ней много, вот нас много, и в системе много моментов, чтобы все было хорошо, четко и быстро сработано. И мы всех просим обращаться через единую горячую линию. Родственники, соседи тоже могут вам позвонить. Да, например, да. Или наверняка, я уверен, что и у того же Общероссийского народного фронта наверняка вы помогали пожилым. И до этого, да, уже конечно, были какие-то контакты, были какие-то наработки с теми людьми, которые сейчас останутся дома. И те люди, с которыми мы, особенно наши ветераны, мы с ними практически очень часто взаимодействуем, не очень хорошо сказать, проверяем их здоровье, да, но мы находим... Но это правдиво, да. Но находим возможности еще раз, лишний раз им позвонить, спросить, как у них дела, ничего не нужно ли, потому что все-таки мы сами понимаем, что это люди глубоко возрастные, и случиться может всякое разное. Именно поэтому к ним-то мы внимание приоритетно отдаем. Но к тому же, вот вы про социальные службы, да, мы в принципе можем говорить, что наше мероприятие помощи пожилым гражданам может как-то стыковаться с работой социальных служб. У которых тоже, да, есть, тоже есть свои списки, да, они есть также люди, с которыми они работают. У нас уже есть опыт, когда мы вместе с вот этими социальными работниками, как бы можно сказать, приходили в гости к пожилым гражданам и помогали им, чем им вот нужно. Потому что действительно, если семья одинокая, и муж, и жена, кто-нибудь из них лежачий, больной, и они стесняются позвонить, им тяжело набрать даже номер иногда бывает. Конечно, здесь помощь соцработника одна из тех, которые необходима будет. Конечно, у многих наших зрителей, соседей большой вопрос по безопасности. Причем безопасности, да, с одной стороны, эпидемиологической, да, то есть не принесете ли вы, да, какой-то вирус, да, какую-то болезнь к ним, они, да, и безопасность к тому, что все-таки пожилые люди впускают в дом кого-то. Как вот меры безопасности, какие принимаются? Ну, каждый волонтер выездной группы, здесь уже с пожилыми людьми работают волонтеры выездной группы, они обеспечены средствами индивидуальной защиты. То есть это маска, это перчатки, это антисептики. А с пожилыми людьми контакт у нас не предусматривается, то есть мы его минимизируем. То есть это как происходит тогда вот волонтер общение? Приходит, да? Звонит в дверь, представляется и называет кодовое слово, которое знает волонтер и знает... тот, кто обратился. Это для чего сделано? Это сделано для того, чтобы не было случаев мошенничества. Чтобы никто под видом волонтера... Да. Есть еще инструменты, которыми мы мошенников как бы защищаемся. Как вот отличить, да, настоящего волонтера? Во-первых, псевдоволонтера. Просто так никто не позвонит и скажет: бабушка, давай ты мне дашь денег, а я схожу тебе за продуктом. Могут позвонить добрые люди, правда, есть. Соседи, знакомые, их бояться, наверное, все-таки не нужно. Но позвонят, как настоящий будет действовать волонтер, как это будет действовать ситуация, происходить ситуация. Бабушке поступит звонок, она позвонила на горячую линию, ей перезванивают с новгородского номера телефона и говорят: здравствуйте, вы оставляли сегодня заявку на горячей линии. Меня зовут Иван, а я волонтер штаба. Я бы хотел с вами сейчас проговорить о том, какие продукты, лекарственные средства, или какая помощь вам нужна. Да, давайте мы с вами проговорим, как вы нас идентифицируете, там, кодовое слово или там, номер заявки. Ну, есть определенные моменты, они договариваются изначально. Когда волонтер придет уже домой к людям, у него при себе должен быть обязательно бейдж и паспорт. На бейдже написан номер телефона горячей линии для проверки волонтеров, по которому бабушки могут позвонить. То есть специальный позвонить. Номер, назвать имя и сверить, да, есть ли такой список. Бабушка, там, заявитель берет телефон, звонит по этому номеру, спрашивает: ко мне тут пришел молодой человек, вот так вот его зовут по паспорту, правда ли он волонтер? И ей говорят: да, правда, значит, это настоящий человек, с ним можно иметь дело. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не открывать дверь тем, кто просто хочет прийти взять деньги и потом купить продукты.
Или если вы подозреваете, что какой-то непонятный волонтер к вам пришел? Ну, лучше, да, не открыть. Наши лучше ребята, позвонить. Наши волонтеры, они готовы к тому, что их могут не доверять, они спокойно, хорошо проинструктированы. Они подскажут, подождут, пока бабушка позвонит, узнает. Да, все узнает. А волонтеры по одному обычно ходят? По двое, по трое? Вопрос в том, что иногда это в городе это не так далеко ездит, но наши волонтеры на территории всей области, в каждом муниципалитете есть волонтеры. И иногда бывает далековато, и одному скучно уже. В дороге уже. Ну и в целом легко, удобнее. Да, удобнее вдвоем, допустим. И опять же меры безопасности, потому что я хочу и про сторону безопасности самих волонтеров сказать. Да. Потому что наверняка сейчас, да, и об этом тоже наши соседи думают, что молодые люди, студенты идут к кому-то домой, да. И мы, конечно, надеемся на честность всех людей. Да. Вот тут, как говорится, и тех, кто просит помочь, нужно иногда проверять, да, чтобы с той стороны мошенники не оказались. Наш главный принцип вот в реализации этой акции, то, что есть очень самая важная вещь, это жизнь и здоровье людей. И как тех людей, которые к нам обращаются за помощью, и как тех людей, которые добровольцы, волонтеры. У них есть телефон экстренной помощи. Мы приедем к ним, поможем в любой непонятной ситуации. Ну, если кто-то сейчас нас смотрит и захотел стать волонтером. Вот об этом как раз хочу спросить, потому что, в принципе, сейчас, да, и в интернете мы видим очень много постов от людей, которые говорят, я готов помочь, да, я вот готов оставить свой номер телефона, звоните мне, если вам нужна какая-то помощь. В Европе очень много таких людей. Вот им как сейчас в этой ситуации лучше действовать? Может быть, обратиться лучше к вам, чтобы вы его, в общем, что зачислили в отряд волонтеров, и все, да, там, пожилые люди уже воспринимали его как волонтера, а не как частное лицо, чтобы не возникало вопросов, что вот волонтеры-то они, и можно доверять, а ты какой-то вот человек, не знаю, хороший или нет, у тебя и бейджа нет, стоит тебе верить или нет. То есть, если человек хочет помочь, то лучше делать это централизованно через волонтерский штаб. Они могут оставить заявку на сайте «Мы вместе 2020», и после этого мы с ними свяжемся. Но лучше через вас делать, правильно я понимаю? Чем проявлять самостоятельную инициативу? Как работает эта система? Вы заходите на сайт «Мы вместе 2020.рф», там будет кнопка «Стать волонтером». Вы заполняете заявку, фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты. Я или ребята из регионального штаба свяжутся, проговорят по телефону о том, что нужно делать, какой порядок действий. Все-таки стать волонтером желание хорошее, но, кроме прочего, нужно пройти обучение. Как обучают? Нужно подготовку. Есть какая подготовка? Два этапа обучения. Тем более общение с пожилыми людьми. Это, в общем, категория граждан, с которыми нужно иметь навык разговора, да, чтобы не напугать лишний раз. У нас два этапа обучения. Первое – это обучение дистанционное. Оно обязательно для всех волонтеров, которые будут оказывать помощь пожилым людям. После того, как они прошли дистанционное обучение, они получают сертификат о том, что они действительно прошли дистанционное обучение. Угу. Дальше у нас идет очное обучение волонтеров. То есть волонтеры приходят в Дом молодежи, и уже мы с Ильей их обучаем. Чему учите? Обучение учим чему правилам учат? Техники безопасности, особенностям общения, как правильно... Правильно, что бабушка может засмущаться, когда ей позвонит молодой человек и скажет, бабушка, чем вам больше, она там застесняется и не скажет все, не что скажет, нужно. Не скажет, что да, реальные потребности свои. И тут нужно правильно говорить. У нас разработана специальная схема общения с пожилыми людьми. Как проговорить так, чтобы тебе сказали все, чтобы ты не напугал, не насторожил, чтобы ваш разговор был для всех комфортным и, скажем, безопасным. А мы обучаем технике безопасности индивидуальной и в принципе. И принципом работы нашей вот в рамках акции. Ну, давайте еще продолжим про безопасность и самих волонтеров и тех людей, которые остаются дома. Ведь многим рекомендуют как раз самоизолироваться, сидеть дома, да, не лечиться там от каких-то, может быть, да, легких простудных заболеваний в условиях стационара, чтобы, не дай бог, ничего не подхватить. Ну и сами волонтеры, проверяете вы как-то их здоровье, там, температуру измеряете, зрачки смотрите. Конечно, для нас важна также безопасность самого волонтера. Перед тем, как волонтер приходит на смену, там он приходит немножко пораньше на смену, руководитель штаба или те, кто есть в штабе, обязательно измеряется температура волонтера, обязательно оценивается общее состояние волонтера. Если вдруг волонтер чувствует, что там у него пошел насморк, там появилась недомогание, там, температура, да, естественно, волонтер остается дома, мы рекомендуем его вызвать на дом врача. Такая же процедура у нас происходит и после того, как волонтер уходит со смены, со своей.
такое же измерение температуры, оценка общего состояния. И когда волонтер идет непосредственно к пожилому человеку, мы рекомендуем волонтеру тоже посмотреть на пожилого человека. Возможно, волонтер может отметить ухудшение признаки заболевания какие-то у пожилого человека. Да, если вдруг такое произойдет, не дай бог, то, конечно, волонтер должен будет сообщить эту информацию руководителям штаба и непосредственно самому человеку посоветовать вызвать врача к себе на дом, чтобы уже его проверили. То есть тут еще и вот такая медицинская проверка тоже в том числе, когда люди ведь сами по себе иногда не обращают внимания на какие-то первые признаки болезни. Вот я как волонтер могу сказать, что мы вот у себя практикуем такую вещь, личную ответственность. Это что такое? Как она реализуется? А вот мы говорим, что да, кто-то со стороны может нас оценить, градусник нам поставить, температуру померить, посмотреть, лоб потрогать и так далее. Но мы все люди взрослые и адекватно понимаем, что сейчас в условиях тяжелой и непростой ситуации заразиться можно в любой момент и при любом посещении в какое-либо место. Поэтому сами мы с утра встаем, проверяем температуру. Самоконтроль такой. Приходим домой, то же самое. Проверяем температуру. Если какие-то чувства недомогания уже присутствуют, естественно, мы сразу же предупреждаем и сами для себя вот поставили такую вот заслонку. Если что-то не так, мы лучше будем тоже на самоизоляции, как и все. Карантин... Ну, потому что волонтеры, в общем, от остальных людей это ничего конечно, не отличается. Это как раз-таки такая процедура, желательная для всех вообще людей сейчас. Именно. Каждый день с утра проснулись, потратили 5 минут, померили температуру, убедились, что все в порядке, вечером пришли домой, померьте температуру. Лишний раз задайте себе вопрос, хорошо ли я себя чувствую, потому что... Нет ли, у меня каких-то проблем. Да. Лучше посидеть дома, пока... существуют риски. Знаете, вот о чем хотел спросить по поводу того, как осуществляется непосредственно вот эта закупка тех товаров, например, которые нужны пожилому человеку. Приходят волонтеры, ему говорят, мне нужна, например, картошка. Дальше что происходит? Ему волонтеры дают деньги на эту картошку. Или он идет вначале покупает, потом возвращает. Как вот эта процедура технически, механика? Разрешите, коллеги? Волонтерам не нужно давать деньги до того момента, как они принесли вам продукты. Да. Волонтер покупает продукты, приходит к вам уже к квартире. Ваш с ним визуальный контакт должен быть минимальным. И дистанция между волонтером и заявителем не менее 2 метров, потому что это вот дистанция такая безопасная. Волонтер придет, оставит пакет с чеком прямо под дверью. Заявитель откроет дверь. То есть можно даже... Отойти, открыть дверь, не контактировать. Дверь откроется, пакет заберется, чек, заявитель посмотрит чек, предварительно согласовывается стоимость всех продуктов. Вот об этом хотел спросить, потому что молоко рознь. Да. А тем более рознь, когда пожилой человек заказывает, пенсионер, а покупать идет студент, например. Совершенно в разные отношения и к ценам, и к товарам, брендам. С пожилыми людьми здесь есть два момента. Первый, он такой чисто человеческий, а второй формальный. Человеческий – это наши бабушки и дедушки лучше нас знают, что стоит и где находится в магазине. Вот. Буквально, а студенты как раз обычно не очень хорошо в этом разбираются. Буквально 2 дня назад я сам ездил к одной бабушке, ей нужно было привезти продукты, она мне говорит, Илья, пожалуйста, вот зайди тут мне пятерочка, прям по дому, в ней купи. Именно в нее зайди. В магнит или в карусель не ходи, а именно сюда. Уже уточняя, с ней говоря по телефону до того, как я пришел, она мне говорит, что я тебе сейчас надиктую. У нее был в руках каталог магазина. Она построчно мне продиктовала, что нужно купить, и сказала, позвони мне из магазина. Если вдруг чего-то не будет. Я звоню из магазина. И она мне говорит, поверни направо, там вот стеллаж с молоком, на нем возьми вот такое, вот здесь возьми вот такое. И формальный способ, это когда мы принимаем заявки, с каждым заявителем проговаривается, сколько это примерно может стоить. У нас есть каталоги почти всех сетевых магазинов города, чтобы сразу человек, чтобы мы сразу могли ориентировать, чтобы все понимали. Мог понимать. Да. Могу сказать, касаемо препаратов, то же самое, когда вот я буквально тоже вчера ходила. Это же тоже отдельная история, потому что когда мы видим, что один и тот же препарат от разных производителей может или в разных аптеках по-разному стоит. Да, то же самое. Я смотрю, катетер урологический. Катетер Фалея? То есть звонишь, уточняешь, хорошо, какой катетер, какой размер, какой препарат, какая дозировка, сколько в пачке таблеток. Если нет этого препарата, устроит аналог, то есть похожий препарат, но другое название, соответственно, другая цена.
Не устроят, не устроят, устроят, устроят. Ну, вот исходя из этого, да, особенно в вопросе лекарственных препаратов, очень важна как раз такая медицинская подготовка волонтеров. Чтобы понимать, да, о чем идет речь, что бывают там разновидности тех же катетеров. К нашему большему счастью и радости, студенты медицинского института Новгородского, волонтеры-медики, которые тоже студенты, не остались в стороне, и они помогают. То есть, да, я, например, я по образованию инженер. Ну и поэтому катетеры очень велики, конечно. Да, поэтому вот то, что сейчас Маша сказала, фалея, не фалея, для меня это... И самое главное, если бы тебя попросили это купить, и вопроса бы даже не возникло. Ну, пошел бы ты в аптеку, и там бы уже задавался какие-то вопросы. Какие вам говорить катетеры? Или, может быть, да, худший случай, просто дал бы любой. Да, знаете, тут уже другой нюанс. Катетеры в аптеках не продаются. Вот, например, вот так вот. Здесь на приеме заявок у нас всегда, когда мы звоним бабушкам, у нас есть волонтеры-медики или... Которым можно, если что, позвонить, или проконсультировать. Или бойцы медицинских отрядов, которые учатся в университете, которые там чаще это старшие курсы, они уже чуть-чуть, но ориентируются в вопросе. Они могут как-то вот правильно сориентировать. В общем, подготовка здесь нужна, и какое-то обучение обязательно должно быть. В связи с этим хочу обязательно спросить, если кто-то из наших соседей сейчас захотел стать волонтером, куда им обращаться, чтобы обучение пройти и подключиться к вашей работе? У нас создан сайт «Мы вместе 2020», если я правильно его называю. Да. Там можно и зарегистрироваться, обязательно нужно зарегистрироваться. Если не получится, то всегда можете обратиться к ребятам из регионального штаба. У нас уже один такой случай есть. Такая уже женщина обратилась к нам в региональный исполком, попросила помощи зарегистрироваться на сайте. В качестве волонтера. В качестве волонтера, потому что не очень... понимает вот схему устройства современных электронных площадок. Мы, естественно, ей помогли, сказали, на какую кнопочку прям дословно нужно войти. Там, не могу сказать точно, какие там формы нужно заполнить. Ну, это уже там можно видеть. Это механика. Волонтеры по возрасту, есть какие-то ограничения? Да. Здесь есть, да? От 18 до 50 лет. Онлайн-волонтеры от 16. От 16, да. Если онлайн-волонтеры, Это что такое? У нас есть несколько ролей волонтеров. Это волонтеры штаба, это те, которые звонят, составляют заявки. Это волонтеры, которые рабочих групп, которые ходят непосредственно. Есть онлайн-волонтеры, которые работают с заявками, там, с электронными форумами, с другими волонтерами коммуницируют. Из дома удаленно могут Могут из дома, могут быть у нас в штабе сейчас. В Доме молодежи расположен штаб, мы собираемся с ребятами, там работаем. И еще могут быть волонтеры по юридическим вопросам. Которые в случае сейчас, вот с этими выходными днями, тоже могут принимать заявки на этом. Онлайн-консультация такая. Да. То есть принимается заявка, и мы там. Как будет, работать? Да. Это уже работает такая система. Сейчас это в тестовом режиме работает, но в скором времени, я полагаю, с понедельника заработает нормально. Ну и давайте в завершении, не так много времени у нас до конца остается, еще раз четко проговорим, куда звонить, куда можно обращаться, если, может быть, человек сейчас самоизолировался дома, ему нужна помощь, или соседи знают о том, что у них рядом живет человек, которому нужно помочь. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по номеру телефона всероссийскому, бесплатному, общему телефону горячей линии 8 800 200 ровно 30. 4.11. В течение дня или следующих суток вам обязательно перезвонит волонтер, с вами обязательно свяжутся, представятся и, как я говорил ранее, проговорят всю эту схему. Чтобы стать волонтером, зайти на сайт «Мы вместе 2020.рф» и подать заявку, и мы тоже с вами свяжемся. И включим вас в работу. Спасибо большое за интересную беседу, вам удачи в работе. Я надеюсь, что ее будет не так много. И в скором времени, в общем, ваша непосредственная цель, ваша непосредственная работа будет особо не нужна. Наверное, все мы именно ради этого, да. И работаем. С нашей редакцией, как всегда, можно связаться по телефону 638-005. Ну и не забывайте делиться своими новостями в нашей группе ВКонтакте «Новгородское областное телевидение». Всего доброго и до свидания.